Добрый день! Мы сегодня приготовим фасоль в томатной заливке. Так как сейчас пост, будем стараться готовить блюдо без мяса. Для этого я взяла растительное масло, потому что притушить морковку и лук без этого нельзя. Отправляем сюда морковку и наш лучок. Теперь мы ее накроем, пусть притушится наша морковка и лук. После того, как притушится, мы добавим томата. У меня вон томат есть. Сахарку, соли зальем и добавим туда фасоль. Только наша фасоль пропитается томатом, мы добавим еще вот здесь, у меня, видите, немножко чесночка. Я его потерла на терочку, присолю, вилочкой подавлю, чтобы он пустил сок, и добавим для вкуса. Лук с морковкой мы притушили. Теперь мы сюда добавим, как я уже сказала, наш томат. Но для этого я наш томат добавлю 2 чайные ложки сахара и немножко соли. Все это размешаем и вольем наша сковорода. Накроем, чтобы быстрее оно нагрелось. Томат наш закипел. Мы отправляем нашу фасоль. Предварительно мы фасоль отварили. Размешаем. Пусть закипит с фасолью. Наша фасоль закипела, добавляем наш чеснок для пикантности. Размешиваем. Ну, кто не любит чеснок, может не добавлять. А я люблю, поэтому добавляю и выключаем. Наша фасоль готова. Вот такая получилась наша фасоль в томатной заливке. Она очень аппетитная и вкусная. Попробуйте, приготовите вы. Думаю, вам тоже понравится. Приятного аппетита! Заходите на мой канал, смотрите мои ролики, ставьте лайки. Буду рада видеть вас!